Когда происходит нарушение дхармы, то артха, то есть богатство, пропадает. Надо искать, что и где было нарушено. Может быть, дхарма жены по отношению к мужу. Вообще, не считая отсутствие денег, в ведах сказано, что это порок. Конечно, в чистых ведах, а не переписанных и надуманных своими домыслами. Потому что нищета – это дверь, открытая к порокам. Жадность, зависть, обида, злость. Почему у других есть, у меня нет, я тоже хочу и прочее. Вот, кстати, воровство – оно от нищеты. И все почему? Потому что нарушается дхарма. Если нет богатства, то нет возможности достичь всех своих желаний. Только при удовлетворении чувств происходит пресыщение всего, и человек уже сам ищет Бога. Ведь, к примеру, поехать на Кайлас или во Вриндаван стоит денег. А у человека их нет на путешествия. Нет денег на пожертвования браминам, чтобы они молились за него. Человек, душа которого не наелась всех желаний, не может достигнуть мокши. Сначала удовлетворяются все желания, в том числе и половые. Потом только начинает копиться высшая ананда. И при накоплении высшей ананды душа может достичь Всевышнего.